К учебному году все готово. Ремонт в школах завершен, оборудование закуплено, рециркуляторы подготовлены. Комиссии по оценке готовности образовательных организаций завершили проверки. Таким образом, больше 400 школ Ульяновской области готовы принять детей. Основной вопрос, который затронули на профильном совещании – питание. В прошлом году 53 тысячи школьников начальных классов обеспечили бесплатными горячими завтраками. В этом году решено заменить бесплатные завтраки обедами. Главная причина проста. Согласно опросу родителей, который провели в Министерстве просвещения, большинство детей завтракает дома. В системе социального питания Ульяновской области действует 6 операторов питания, которые обслуживают 25% общеобразовательных организаций. А в остальных 75% школ питание осуществляется самостоятельно. Несмотря на то, что все организации осуществляют питание детей, большое количество школьных столовых и пищеблоков построено еще в советский период и, конечно же, требуют капитального ремонта и модернизации. Проведенный министерством мониторинг показал, что общая потребность в финансовых средствах для дооснащения, реконструкции пищеблоков с целью обеспечения всех обучающихся с 1 по 11 класса составляет порядка 481 миллиона 357 тысяч. Также бесплатные обеды будут получать старшеклассники из малообеспеченных семей, из семей в социально опасном положении и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Дети с особенностями здоровья, находящиеся на домашнем обучении, получают компенсацию за бесплатное питание. При этом каждый муниципалитет сам определяет льготные категории школьников в зависимости от средств своего бюджета. Продолжится и родительский контроль. Взрослые смогут прийти на дегустацию блюд в любое время. Родительские комитеты здесь наши с вами союзники. Знаю, что многие из них выступают за пересмотр меню, его правильность, сбалансированность. Поэтому сегодня нам важно дать оценку единому меню для наших детей. Посмотреть, как оно скорректировано с учетом перехода начальных классов на бесплатные обеды. В этом году предусмотрено отдельное диетическое меню для детей с пищевыми особенностями. Чтобы изменить рацион питания ребенка родителю или законному представителю, нужно обратиться к руководству школы. С собой иметь письменное заявление и документ от врача, где подтверждается наличие заболевания, требующего специализированного питания. Анна Тищенко, Лу-Правда ТВ.